Трусливый турист в поисках бесстрашия обратился к живущему высоко в горах старцу. В чем секрет вашей храбрости? Почему вы так легко ходите по узким, скользким и шатким тропинкам над пропастью? Когда я двигаюсь по ним, я буквально трясусь от страха и чувствую, что мое сердце вот-вот выпрыгнет. Старец усмехнулся и ответил. Все очень просто. Когда я иду на ту сторону, я иду за водой. Без нее моя семья и я погибнем от жажды. А когда возвращаюсь, я так сильно хочу видеть мою семью, что даже не думаю о пропасти внизу. Если хочешь обрести храбрость и познать счастье, создай семью и отправляйся с ней в путешествие.